Всем доброе утро, дорогие друзья! Мы опять в лесу. Лес настоящий и шикарный. У нас конкурс. Кто первый найдет гриб? Вот я что-то нашла, но я не знаю, что это такое. А вот еще один. Какие-то поганки. Идем дальше. Может, не поганки. Заехали аж за Киевское море. Здесь тоже был деревопад, когда был сильный ураган. Повезло, сегодня солнце светит, но не очень тепло. Даже не знаю, сколько градусов. Может быть, градусов 10. Не больше. Уже что-то нашла. Жду. Вот так вот сфоткайте. Первый у меня видео. Это белый. Да, это похож. Белый, похож. Да, белая лапка. И наш твой. А это польский. Это польский. Ура! Фотографироваться. Супер. Так, первый уловчик уже у нас есть. Это, наверное, поганки. Пока я еще ничего не нашла. Но все еще впереди. А какой запах сосновый! Ой, как же пахнет! И так тихо-тихо. Никого, только мы. А проезжали Киевское море, и там лебеди были. Прилетели уже. Пока на море тусуются. Значит, скоро и на Днепр к нам прилетят. Вот где они спрятались, манюньки. И вот еще. Красавцы. И как же без этих красавцев? Ой, как здорово в лесу. А это кто? Поганка. Красноголовцы. Какой красноголовец. А ну, что-то я увидела. Только не знаю, кто это. Может, это тоже уточки? А, нет, это, наверное, поддубники. Там еще один есть. А, похожие они, да, на. Я их не люблю, поддубники. Маслят мало, но находим. Зато красивенные мухоморы. Ой, это такое удовольствие. Ты так идешь, а он стоит и ждет тебя. Красавчик. А вот еще стоят. Так, сейчас мы их порежем. Ой, холёсие такие. Девчата тоже понаходили. Встретили мы еще двоих грибничков. И у них были грибочки. Так что у нас пока одни маслюки. А, Ксюшка, наверное, польские нашла. Ну, ищем дальше. Вот, наверное, тоже он стоит. А ну-ка. Да, маслячок. Маслячок. Красавчик.
еще. Красавцы мои. Два брата акробата. А как же их потом чистить? Они же такие скользкие. Это кто? Наверное, грибок. Да, маслячок. А ну-ка, кого мы нашли? Ой, смотри, какой ин. Не польский? Уже идем к машине. И походу я нашла два польских грибочка. Ну а это мы решили еще зайти рядышком в посадку. Такая посадка. Сосенки. И здесь растут маслюки. Так что пройдемся. Вдруг нам повезет еще. Но мы уже устали. Хотим домой. Все по чуть-чуть насобирали. В зависимости, что сейчас ноябрь месяц, еще нашлись нам грибочки. Вот так иду, нашла три маленьких. А вот впереди еще красавцы. Вот стоит один, второй, третий. Вот это напоследок. Нашла еще три грибочка. Вот это уже иду к машине. И вдруг они тут стоят. Вот это удовольствие. Ждет меня красавчик. Вот хорошенький. Полезай. Вот какие грибочки мы понаходили. Зонтики. Красотульки какие. Если бы пораньше приехать, на недели две, ничего бы не нашли. Я вам говорю. Да. Ой, уже как трясет. И она мне попросила, чтобы я ее встретила. Я, значит, собираюсь опять воздушная тревога, опять эти ракеты сбивают. Блин, да это что такое? Это было такое дело. Один четверг, потом ровно через неделю, в следующий четверг тоже утром. Домой, дорогие мои, повыкладывала свои грибочки. Видите, сколько я нашла? Не очень много. Вот так. Такой ветер сумасшедший, но солнце светило. Так, сейчас я вам покажу. Вот это польский. Видите, синеет там. Шляпка под низом, то польский. А еще один есть польский. Вот он, еще один. Видите, там уже потемнело, посинело. У меня посинело, а у вас, ну, такое темное сделалось. Вот. Что я еще нашла?
Опятки нашла. Вот они, манюнчики. Видите, какие? Совсем чуть-чуть. Это уже почти возле машины я нашла. Ну и маслючки. Людей в лесу очень много. Все ходят с ведрами. А мы приехали почти в 12 часов дня. Грибники. Там немножко поснимала. Телефон же я от радости бросала его. Потом снимала и получилось вверх ногами. Ну что зробишь, так и будет. Удовольствие получили, море-море. Спасибо Инне, что предложила такую хорошую поездку. Прогулялись, прокатились вдоль моря. Там лебеди были. Ой, ну, море удовольствие получила. Спасибо большое. Я бы еще с удовольствием бы поехала. Ну, все, друзья. Прощаюсь с вами. Встретимся в следующем видео. До новых волнующих встреч. А мне вот это все надо почистить и пожарить. Пока-пока!